С 1 января нынешнего года Федеральная налоговая служба России наделена полномочиями по выпуску квалифицированной электронной подписи для юридических, индивидуальных предпринимателей и нотариусов. Налоговые органы приступили к реализации данной безвозмездной государственной услуги заранее, уже с 1 июля прошлого года. Получать услуги в электронном виде удобно. Это позволяет экономить как время, так и денежные средства. С 1 июля 2021 года Федеральная налоговая служба взяла на себя функцию оказывать дополнительную государственную услугу по выдаче электронно-цифровой подписи. Ранее электронно-цифровую подпись выдавали удостоверяющие центры на платной основе. Переход же выдачи электронно-цифровой подписи Федеральной налоговой службы России – это переход от платной выдачи к бесплатной выдаче. Это во-первых. Во-вторых, это дополнительный контроль со стороны государства и дает уверенность в надежности цифровой подписи. Перевод бумажного документооборота в электронную позволяет сократить затраты, связанные с работой с документами, на 80%. И в этой перспективе возможность получения бесплатной электронной подписи в удостоверяющем центре Федеральной налоговой службы будет оптимальным вариантом для бизнеса. В настоящее время крупный бизнес уже перешел на электронные документы с налоговыми органами. Это около 80% юридических лиц и около 75% индивидуальных предпринимателей. С 1 июля 2023 года перестают действовать сертификаты электронной цифровой подписи, выданные удостоверяющими центрами. Поэтому мы призываем налогоплательщиков до 1 января 2023 года получить электронно-цифровые подписи в удостоверяющих центрах Федеральной налоговой службы. Получить сертификат можно в любом налоговом органе. В настоящее время в Башкортостане на базе налоговых инспекций действует 14 пунктов выдачи квалифицированной электронной подписи. Руководитель организации или индивидуальный предприниматель должен обратиться лично, иметь документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, ННН и сертификат носителя для записи электронно-цифровой подписи. Электронно-цифровая подпись выдается сроком на 15 месяцев. В дальнейшем, в случае необходимости перевыпуска электронной подписи, заявитель может сделать это удаленно с помощью интерактивных сервисов сайта ФНС России.